Город Брест 14 дней принимал армейские международные игры «Арми-2022». Они проходят с 13 по 27 августа на территории 12 стран. Военные соревновались в 36 видах. Беларусь приняла участников трех конкурсов. Все они из разных стран мира – России, Венесуэлы, Судана, Ирана. Прибыли в Брест, чтобы продемонстрировать меткость в стрельбе, ориентацию на местности после подрыва. Это условия для команд экстремальные. С задачей справились все без исключения. Честно говоря, я был удивлен в этом году сильно. По уровню подготовки. Нет ни одной команды, которую можно было сказать, что она слабая. Нет таких команд. И каждая команда, если мы берем по срез по прошлому году, позапрошлому году, но я могу это делать для себя, то я вижу, насколько возрастает уровень подготовки у всех команд. Я даже выделить не могу, кто лучше. Каждая команда сделала очень большой рывок вперед. Каждая команда поднялась очень сильно. Все конкуренты очень достойные. И что хочется сказать? Все страну представили очень достойно, с высочайшим уровнем. И я здесь не могу даже кого-то выделить. Все одинаковые. Вот ставьте, было бы возможно всех поставить 6 команд на первое место, я бы это сделал. Армейские международные игры стали своего рода армейской олимпиадой. Ведь из года в год расширяется география участников. Армия – это не только уникальная возможность показать свой профессионализм, но и обрести хороших друзей в различных уголках нашей планеты. Для меня это очень-очень интересно. Потому что мы получили много навыков, и мы очень доволен. Беларусь, спасибо за вас, гостеприимство. И надеюсь, что мы приедем еще в следующем году. Мы показали наши хорошие показательства и хорошие результаты. Для нас это неплохой. Получил эмоции, очень рад, то, что не пожалел, что даже в армию пошел, то, что участвовал в международных играх. В армейских впечатления шокируют. Очень рад. Не пожалел, что поехал за границу. Сегодня на полигоне Брестки прошла торжественная церемония закрытия конкурсов армейских международных игр 2022. Уверенный прием, стальная магистраль и полярная звезда. Награждение победителей и призеров этих состязаний. По итогам конкурсов белорусская команда заняла первое место армейских международных игр 2022. Среди подразделений специального назначения 6 стран белорусы стали абсолютными лидерами соревнований. Второе место разделили команды из России и Узбекистана. На третьем месте команда из Ирана. Благодарю всех за проявленное армейское мастерство. Желаю всем мирного неба и дальнейших успехов в боевой подготовке. Военизированные соревнования «Арми-2022», несмотря на острое соперничество, прошли в атмосфере дружбы, а церемония награждения закончилась праздничным концертом с песнями и народными танцами.